В городе Шадринске завершилось голосование за общественное пространство, которое будет представлено на всероссийский конкурс для получения гранта. Отдать голос за одну из трех площадок шадринцы могли на главной странице официального сайта муниципалитета, а также в холле администрации. Специально созданная общественная комиссия из представителей общественной палаты, депутатов городской думы, специалистов профильного комитета администрации города подвели подсчеты голосов. По результатам рейтингового голосования на сайте администрации города, парковая зона у Дома культуры нового поселка Созвездия 389 голосов, рекреационно-ландшафтный парк имени Кельдюшева 593 голоса и сквер машиностроителей имени Рубана 128 голосов. Таким образом, по результатам рейтингового голосования на сайте администрации лидирует городской сад с количеством 593 голоса. В холле первого этажа администрации Шадринска сделали свой выбор более 200 человек. За городской сад 145, парковая зона в новом поселке 78, сквер имени Рубана 7. Недействительным было признано 4 бюллетеня. Итог: большинство голосов, 738, набрал городской сад имени Кельдюшева. В ближайшее время администрации города совместно с институтом «Курган-Гражданпроект» будет разработан дизайн-проект парка. На сайте администрации мы сейчас начнем еще одно голосование по выбору тех функциональных зон, которые должны быть размещены на территории городского сада, для того, чтобы решение по благоустройству данной территории было действительно принято жителями города Шадринска. Уже известно, что парк ждут масштабные изменения. Благоустройство пешеходных зон, очистка пруда и берегоукрепления, организация игровых, спортивных и развлекательных площадок, а также установка малых архитектурных форм.